Всем привет, дорогие зрители, с вами Пуч Алькатрас. Всем привет. И мы продолжаем играть. Мы пропустили побочную миссию. Какую побочную-то? Второстепенную миссию персонажа, которым играет Алькатрас. Джон Карвер его зовут. Какая разница? И сейчас мы передвигаемся к этому месту. Давай, запускай. Так, ну он, походу, видел свою мертвую жену. Сейчас надо узнать, чему это. Так, стоп, вот это встанет. А может, не встанет он. А может и нет. Мы уже всех убили. Все, мы здесь, то есть, были уже? Не, мы тут еще не были. Как мы тут не были, если мы сейчас передвигаемся к месту, где должна быть твоя миссия? Вот тут мы точно были. Что-то мне кажется, это все бред. Так. Не, ну... Блин, должно что-то быть. Это было то место, вроде было то место. Не, ну мы в это место точно не вот ходили. Вот тут вообще два выхода. Хранилище. И... Чё, да, чё-то. Давай вперед пойдем, посмотрим, что там есть. Так, два куда? Пути. Где второй путь? А вот. Ну давай сюда сначала сгоняем, посмотрим здесь что. Куда? Ну вот где я стою. Окей. Надо обследовать всю иглу. Так, стоп, где выход? Так, ну мы здесь явно не были. Оп. Хорошо. Так. А, ты что-то набыл? Я надеюсь, вы не встанете. Ну, походу, не встанут. Пардон. Так, опять лифт. Глуши, ну идем. Не бойся. Так, блин, я с этими местами никак не запутаюсь. Так, ну это какие-то шахты. Мы тут тоже воевали. Тут? Не-не, да, там не были. По шахтам бежал я. Вот даже по этой шахте. Да не может быть, да не. Я помню. Я это замечательно помню. Так, а здесь что у нас? Ё-моё, где ты, чёрт такой? Ну, блин, я пока отключу, пока мы это не место не найдем, 100%. Окей, сейчас я тоже пока остановлю. Включил за здесь, молодец. Да. Мы нашли. Итак, врубай. Yeah, sure. Я уже врубил. Всем привет, дорогие зрители. Мы наконец-то нашли. Уже с четвертой или третьей попытки мы нашли место на дополнительный квест. Так, тут гардероб есть. Так, ну я его. Так, так, вот, вот, смотри, тут есть это. Вагонетка. О, теперь я что ли буду гулить? Я буду. Наверное. Гулить. Успокойся, я что все время мог вылить? Да чё? Фейспалм. Так, куда нам можно ехать? Конечно. Нам вон, видишь, левее, вот, да, где мигает. Оружейное. Где мигает надо. Это? Вон мигает сверху. Да я знаю, знаю. Рули туда. Да, отправься, потому что тут... Спасибо. Вот, давай покатаемся. В этот раз я на пассажирском. Да. Прозвище, выставка. Нет, ну, хотя, в принципе, надо было изначально так делать. Я ж как бы основной герой. Да, поздно, а поздно. Ты мой личный водитель. Ну как наши персонажи сказали, я сюда нас завел, аж я и буду улить. Я не против. Да, а потом, наверное, мы еще на третью съездим. Ну да. Все, тут осмотрим. Так, ну там две станции закрыты. Возможно, нам еще придет сюда вернуться. О, приехали. Прекрасно. Вылазим. Так, это. Welcome, Stuff Underground Storage Factory. Так, что у нас тут? Так. Ну все то же самое. Так. Вон нам туда, нам левее. О, твой робот что-то нашел. Ты откуда знаешь? Ну он только что забежал под этот станок.
А, молодец. Так, так я гляну, что я Так, могу мне сделать. я нашел какие-то запчасти. Какой-то зонт. Собираю что-то. Что я Так. себе. А! Это тот зонт же вроде, да? Я понял, что я собрал. Я как бы не хочу от него избавляться. Кого? Я не хочу зонт ставить себе в оружие. Что за... Оставь, оставь. Помнишь, там вдруг опять будет то, чтобы я один не стучал, а здесь уже нормально находили. Ну, мне нафиг нужно, Так, зачем? давай. Ну, лучше пусть ты один с зонтом ходи. Подожди, тут опять две двери есть. Сейчас, погодь. А куда Беном нажимать? Ну, на Бена нажми, куда оно идет? Одну нам нужно идти, вот, который рядом с тобой, но тут есть еще одна, я хочу посмотреть, что это Сейчас, такое. погодь. Купи патроны для обоймы. Так, соединяется птичка. Ай, да назад Да, давай. кстати, дорогие зрители, я обзавелся автоматом. Да, это, конечно, все круто, все такое, бла-бла-бла. Филиаль, как раз не один такой крутой. Так, ладно, все, я готов. Давай, наверное, сходим пока что сюда, посмотрим, потом вернемся. Куда, где, куда Б Вот. показывает? Нет, куда вот это? Ну ладно, пошли. Подойди. А, Закрыто. он не... Я думал, он откроется. Нет, не Ну откроется. ладно. Олдскульные лифты опять. А что? О, у меня огнемет есть. Прикольно. Огнемет, он не очень действительно, как бы так сказать. Стоп, что это? Там кому-то плохо. Бонус повес? миссия арсенал. Что с тобой, мужик? Мужик. Мужики раскидали. О, еще один станок. Зачем тут так много станков? Я Нам забыл. вперед. Слушай, ты когда резак использовал еще в самом первом сейф, как ты менял, как его, чтобы вперед, ну, боком стрелял? На пробел. Пробел. Ну так как у тебя вставлен дополнительный слот оружия, то огнемет. да, ты не сможешь это Ну делать. ладно, обидно. Ну ладно, пошли. Ну давайте, полезайте, кто это Так, сделал. сейчас, подожди, я тут немножечко уберусь. Так, тут есть также два Опа. пути, тут закрыт. Вот черт, ящичек, иди сюда. Сейчас я открою, сейчас я открою. Давай. О, ящичек. Вон еще один. Два даже ящика. О, нифига какая-то. Могу... Ой-ой-ой, я угонил его вниз. Ну ладно. А я открыл. Еще два ящика тут не надо, да? Да нет, мы все помним. Так, кругом файл. И трупы в мешках. Так. Что это? Опять Так. эти мелкие. Так, блин, я думаю, что за фигня? Я бегаю с этой херовиной, с баллоном, блин. Так, хорошо. Тут, кстати, Надо вот эти взять маленькие автомат. африканские дети. Да. Иммигранты. Усилитель стазиса я нашел. Довольно неплохая штука по так, названию. что у нас? Так, смотри, тут опять две двери. Одна за трупами. Так, тут опять что-то от нас было. А, вот, то есть мы сейчас ищем карточку. Да. Не, нам сюда куда-то надо, блин. Ты зачем трупа с собой взял? Погодь. О, он исчез. Ладно. А стоп. Так. Это труп. Так, а это что у нас? Ага, что-то взял, даже не посмотрел, что. Ну ладно. Куда нам? Конечно, эти вот тут в сюда. мешках меня немного смещают. Да, сюда нам. Подожди, давайте, давай посмотрим, тут есть что-то интересное. О, Иисус. Ой, я нашел, кстати, силобок. Африканские дети, африканские дети. Между прочим, а ты хотел уйти отсюда. В одну без башки оставил. Ну да, спасибо, что меня тут одного бросил. Где я тебя бросил? Я с тобой сейчас увижу. Ой, меня сзади напали. Да, виноват, вон еще лежит. Вот патроны кончились. Нет, с автоматом никуда. Патроны быстрее кончаются. Лучше дробовик против них используй. Очень эффективно. Зачем? У меня есть подствольный гранатомет. Куча патронов. Так, тут есть мини-игра опять. О, давай ее сыграем. И что-то, наверное, еще есть. Нет, больше ничего так, нет. А нам хоть сюда? Да, нам сюда. Давай начнем игру. Yes. Так, блин, надеюсь, лучше так... бы не Марио сюда засунули. Да. О. Так. А вот и я. Так.
Так. Ой. Ага, готово. Так. Готово. Смотри, время начинает быстрее уходить. Ну да. Чем дальше, тем сложнее. Блин. Да ничего сложного. Готово. Ну да, все, это было. Разблокировано. Ну и что у нас там? Ну. Даже самому стало интересно, ради чего мы так убивались. Главный зал. Ящички, это нужно делать. Так, что у нас тут? Аптечка. Так, нам так, сюда. Погоди, а что там? Нам сюда, но я пойду туда. Так, ага. Надо ресурсы собирать как-никак. А, ну все, больше ничего нет, пошли. Это еще кто? Уйди! Что это? Что это такое? Ты встречал раньше таких тварей? Не помню. Так, что это? Какого-то цвета непонятного. А это вот эти солдаты. Кто пытается нас убить. Либо монстры тупо начали одежду тырить. Так, ну зомб кругом патроны. Ну значит будет замес. Готовься. Готовлюсь. Сбой энергии. Выходи в систему. Я тут это. Да. Че, все? А, нет, не все. Патроны. Пусти. О, вовремя я убежал. Так, открывайся, дверь. Че она не открывается? Блин, погода, нам надо подержаться. Может, что сломать надо? Ну, блин. Давай ты постреляй, я поищу. А, ну ладно, поищи. Вот один. Малыш Джимми. Так. Нет, ну я тут ничего не вижу, что надо сломать. Дверь не открылась? А, вот. Вот, открылась. Ну да, надо было нам подержаться просто. Так, опять слышу их. Откуда? А вот. Что это такое? Блин, это оказывается не монстр. А, нет, это монстр. А кто кричал вообще? Он в перилу встал. Ну там что-то сверху. Мы сейчас будем подниматься, как я понимаю, выше и выше. Так, патроны, так. Патроны. Так, тихо. А уж хочу. I'm sorry, General Mahat, sir, but... Without the munitions key... What's your name, son? Kaufman, sir? Private Tim Kaufman, sir. А, do you like the pills, Tim? Yes, sir. I guess so, sir. Good. Because if you don't find the goddamn key and have those munitions on a train by sundown, you'll be peeling goddamn potatoes for the rest of your goddamn miserable excuse for a military career! Не, картофель даже тут употребили. Так, карточки у нас нет, поэтому мы идем сюда. Ну интересно, а что там спрятано? М? Интересно, что там спрятано? Вот какой-то супер задротское оружие. Тут кругом мешки, там мешок картошки, что-то. Больше тут ничего нет. Так, очень высоко, как понимаю, едем. What's so important at the train depot? Так, здесь солдаты, тихо. What happens if Clark finds him first? Then nobody... Up there! I see him! He's on the catwalk! Stop, где? Wait! There's something down here too! Look out! Look out! А вон они. А может это добрые солдаты? Добрые? Ну, хоть проверяй. Ну, ты их уже разозлил. А стоп, не стреляй, не стреляй, там хуй. Нет, стреляй. Так, не бы встать. Ты чё, Надя? Тут сколько их тут? О, двоих сразу снял. Двойной вход. Залазь на лифт, поехали вниз. А, поехали, поехали. С меня хватит этих. Так, что у нас тут? Тут трупы. Так, что это? Плазмарез. Here's some good news. I found a munition supply key. Great. Don't get killed before you can use it. Thanks, Carver. Плазмарез. Так, а это что? The general's order has been filled, Sergeant Weber, sir. Can you sign for it?
Ой, а какого? Дай жопу, блин. Молодец. Это произошло случайно. Ой, просто меня немножечко зажали. Так, ладно, без всяких вопросов идем стреляем. Так. Давай по-быстрому тогда проскочим это место. Блин, ты чё я достал-то? Ну... Ай. А, по мне стреляют. Так, блин. Давай, поехали на лифте. Нажимай. Того, поехали. Да сколько вас тут, ё-моё? Так, снизу вон еще есть один. Да хватит стрелять своим гранатометом. Это тема вообще. Ты да, я заметил. Here's some good news. I found a munition supply key. Вот, давай, короче, ты там... Don't get killed before you can use it. Thanks, Carver. Давай, тыкай, я отбегаю сюда. А вон эти. А что нам вообще нужно делать-то? Ну ты почитай, я пока тут пообиваюсь. Ну ладно. Ты опять да, выстрелил гранатометом, да? У меня были полные жизни, наверное. Хватит стрелять из гранатомета. А почему я до этого стрелял? Вот то, что ты с близкого расстояния его стреляешь и сам еще попадаешь под радиус. Так я, когда мы на лифте ездили, я стрелял, и он это нормально все было. Ты достань ты автомат, я тебя умоляю. Так это с автоматом, да, я бегаю. Блин, ай, блин, что сзади тут нападают они? Поехали. До свидания. Отойди. Ну, наконец-то всех, полезное. Всех сразу. Это ты не всех завалил. Там просто еще вылез. Да сколько их тут, ё-моё. Ай, какого? Я уже по тебе начинаю стрелять. Нажимай говорилку. Так, пойду ключ возьму. Да, давай. Here's some good news. I found a munition supply key. Great. Don't get так, killed before you can use it. Собрать припасы. Использовать ключ припаса. Так, собрать... Подожди, вон вылезли. Не стреляй из гранатомета, когда я рядом. Хорошо. А вон идут. Не было рядом. Вон там еще. Ладно, я думаю, нам уходить надо. Не-не, нужно отбиться. Куда идти? Назад, наверх. Пошли. Окей, без проблем. Ты меня забыл! Сейчас гранатометом кто-то получит. Так. Почему он не может прыгать? Это нечестно. Причем первые секунды. Я действительно поднимался, а после я не поднимался. Не, зато можно присаживаться вот так. Опа, опа. Да, ведь все равно это тоже ненужная вещь. В принципе, так. Чисто интересно, я могу взять файл? Если только будет, если только играть утятами. Так, поехали. Сейчас куда нам тебе ехать-то? Так, пойдем. Так, здесь нам надо. Ой. Ах ты гад! Я тут крадусь, как бесшумный тигр. Активирую карту. Так, куда? У меня не получается. Вон туда надо. Сюда как раз. Вот мы, наверное, А, ты вставил карточку уже? Я вставил карточку уже. Ну, как понимаю, да. Так, они там. Ой. А я тоже хочу так. Это было мега эпично. Так, там что-то опасное, это 100%. Дай-ка я. А, он застрял просто. Фу. Не, ну это было жесткое по звуку. Ой. Иди. Так, я с прицелом буду лучше ходить. Погодь. Самый эпик начинается только сейчас, как я понял, потому что звук начинает такой погодь. Нормальный уже, атмосфера начинает. Сейчас.
На коляске. Персонаж сам влево ходит. Так, секунду. Я взламываю. Да стой, ну давай, хватит, хватит. Что с ним такое? Вот кнопка заела. Я дверь раскрыл. А, ну да, кнопка заела. Все. Вот тут опять всякие плюшечки, аптечечки. А, ну вот, походу, это мы и добыли ключ от этого. Пойдем теперь сюда. Что там опять такое? О, монстр. Монстр, да, есть такие. Так, мне сбой опять защищался. Ой, на меня напали, на меня напали. Я могу убегать, надо стрелять, надо? Нет, не надо. Так, как меня нам опять надо сбивать. Да, нам нужно опять поддержаться, там сбой. А, предупреждай, что сзади меня кто-то есть. Да я не вижу, тут столбы везде. Вон сзади, слева, справа. Прямо по курсу. Кажется, все успокоились. Так, куда нам? Нам туда. Давай, давай. Так, бегом, бегом, бегом. Оперативненько это все надо сделать. Да. Так, а мы забрали припасы-то? Да. Так, нет, не собрали. Я собрал. Ну, еще в заданиях оно у нас, значит, еще не собрали. Так, тут ничего нету. Не, мы забыли, кстати говоря. Опять защищай. А, вон какая штука. Погодите, куда она вообще? Она вообще не сюда. Вот, я открыл. Опять нет. Уйдите вы, ё-моё. Так, оперативненько передвигаемся. Я пинаю трупик. Да, хорошо, сюда, сюда. Опять лифт. В этой игре слишком много лифтов. Это однозначно. Слишком. О, их просто куча. По лестнице было бы интереснее, наверное, подниматься. Ну да. В лифтах самое главное, даже ничего страшного не происходит, никакого экшена. Просто катаешься, ни сверху никто не выпрыгнет, ни снизу. Один раз только сверху выпрыгнул. Что ты произносишь? А, вот тут солдаты. Опять эти... Так, убежали в вагонетку быстрее. Залезай. Пойдем. Свалим отсюда, просто уедем. А, погоди, хранилище нашел, надо забрать как бы. Ладно, я запихну. Где эта фигня? Какая, вагонетка? Да нет, я просто тут кулаками махаю. Так, а что у нас тут? Где ты? Я в вагонетку вернулся. Какая вагонетка? Тут это, как бы, хранилище тебе не нужны, там детальки крутые. Ай, умеешь уговорить? Что за дуть? Неприятно. О! Их вручную легче бить. Уходи, я вот. А, ты еще не был. Я вот дерусь нормально так. Ну и долго не будут переть. Давай быстренько хранилище открываем. Давай, давай, открывай, открывай. Хватай все, что есть, хватай все, что есть. Так, я взял все, что смог. Задание будет. Коробка запчастей. Подожди, надо что-нибудь заюзать. Аптечку заюзаю. Так, надо глянуть. Все забрал. Так, куда нам теперь? Сейчас. Задание выполнено. Так, я могу открыть наши настройки. Миссии. Подожди, нам не туда, между прочим. Нам нужно идти вон в ту сторону. Вот здесь показано. А у меня показано вот сюда, нам в лифт опять. Между прочим, вниз. Минуточку. Кислотную ванну открыл. Что-то я не помню, ё-моё. А, ну да, что-то... Погоди, что у нас по заданию-то? Давай, садишь в лифт и там посмотришь. Так, пойти зон, копить, что-то там еще. Так, как это закрыть? Ну, поехали. Хватит махать. Так, жуткая прямо. Лисичка.
Прямо вот. Блин, что такой толстый? О, старый добрый лифт. Отлично. Так, я не толстый, у меня кое-что широкое. Так что не надо. Плотный. Ну и что такое? О! Мы тупо вернулись обратно. Нормально. Пойдем дальше квест выполнять. А не проще вернуться обратно в вагонет? Да мы вот уже, в принципе, почти пришли, так что давай... Не, стоп, погоди. Закончим серию на этом и переместимся сразу вне камеры, да, места. Всем спасибо, дорогие зрители, мы прошли дополнительный квест. Было очень весело, мы набрали много вкусностей. А на этом все, всем пока. Всем пока.